Открытый телеканал представляет. Итак, причина того, что мы здесь, это потому, что нам нужно немножко урезать кадры наших сотрудников. Знаете, этот мировой кризис. Да, да. Так что, Джонни, мы очень благодарны за все, что ты сделал для фамилии за эти годы. Это все было просто прекрасно, поверь мне. И теперь мы хотим пожелать тебе приятного путешествия. Вы не можете меня убить. Да, да, придется. Да, конечно, можем. Но кто будет пугать плохих парней? Я ведь самый страшненький во всей фамилии. Он прав. Дон. А, нет проблем, Дон. Нет проблем. Я могу быть очень страшным, если захочу. Вот, смотрите, это моя страшная рожа, смотрите. Разве это страшно? Я могу лучше. Извини, Тони, я думаю, что ты — это не опция. Это потому, что я слишком красивый. Я вообще не должен был связываться с этим бизнесом. Я должен работать в шоу-бизнес. Я мог бы стать актером. Тони, ты прав. Я мог бы заняться чем-нибудь совершенно другим. Тони, ты прав, Тони. Именно поэтому мы хотим поблагодарить тебя за все, что ты сделал. Грация. И пожелать тебе приятного путешествия. Дон, что? Вы не можете меня убить. Конечно, можем. Нет, вы не можете, потому что если вы меня убьете, вы никогда не услышите ту замечательную историю, которую я мог бы вам рассказать. Какая история? Это не совсем история, это больше как загадка. Загадка? Вы же любите Давай, загадки. Давай, стреляй, загадку! Да не ты! Вон, загадку! Извини, братик, извини. Так вот, загадка такая. Два человека идут по пустыне, там очень жарко. Солнце очень сильное, и они не пили, не капли. Уже много дней. И вот они идут по пустыне. И у них осталась только одна маленькая бутылочка воды. И внутри этой маленькой бутылочки осталась только одна капля. Только одна капля. Только одна капля. Один из них выпьет эту маленькую капельку и выживет. А второй должен умереть. И теперь вопрос. Кто должен умереть? Старый? Больной, плохо пахнущий, которому и так недолго жить осталось. Или молодой, красивый, многообещающий, который вот-вот станет верхушкой мафии. Я знаю! Старик должен умереть! Старик должен умереть! Приятного путешествия! Нет! Молодой! Нет! Уродливый! Нет, старый! Глупый! Нет! Да. Алло. Си. Да. О, бомбини. Здесь. Да, он Конечно. Здесь. Я передам. Твоя жена. Твой сын. Твоя любовница. Да, бомбина. Да, Hola. Конечно. Да. Как было в школе сегодня, сынок? Да, конечно. Да, грация. Работаем. Я с друзьями. Работаем. Мы работаем. Да, конечно. Да. 2-3 часика. Да. Мы поедим спагетти. Поговорим. Да, конечно. Или можно пиццу. Да, да, поговорим позже. Пока. Чао. Люблю тебя. Чао. Чао. Пока. Это позор. Твой сын должен звонить на мой телефон, вместо того, чтобы поддерживать связь это с тобой. Это ты не держишь связь. Ты не поддерживаешь связь с собственным сыном. А почему твоя любовница должна... Ты не поддерживаешь связь со своей Я говорил со своей любовницей 2 часа назад всего. Это потому, что вы не держитесь вместе. Нет, это вы не держитесь вместе. Плохая у нас связь. Вы все не держитесь вместе. Это намного, мы должны быть намного крепче вместе. Крепче надо, да. Да. Любишь эти сигары?
Я обожаю эти сигары. Это ведь я их специально для тебя привез. Серьезно? Джонни, а ну-ка дай прикурить. Дай-ка ему прикурить. Нам надо намного крепче вместе держаться. Крепче надо держаться. Мы же фамилия.